Сегодня, друзья, я вам покажу секретные места всех, кулонов Восточно-Имперской компании. И вы невероятно разбогатеете. Всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кат. Начинаем. Друзья, подписывайтесь на мою группу ВК и предлагайте там ваши новости. Спасибо. Ссылочка внизу. Ну что, для первого кулона вы обязательно, должны стоять вот здесь. И потом раз, два, три, четыре, пять. Разделись, чтобы одежда не намокла. И плюх. А вот первый. О да. О да. И, конечно же, вы должны пройти... практически полностью, да, по-моему, полностью гильдии воров и получить скелетный ключ, потому что все замки, друзья, здесь эксперт. Ну, или нехило так, нехило, как говорится, потратить отмычек. Ладненько. Восточная имперская компания. Вот эти уникальные кулоны нам и нужны будут, друзья. Сейчас вам покажу, где они все находятся. Второй шахта Вороньей скалы. Вот здесь, под столом, наш сейф Восточная имперская компания. Есть. Помимо кулонов, тут еще много всего интересного. Опускаемся вниз шахты. И здесь еще один сейф. Ну-ка. Давай маленький. О, да. Местный паб Вороньей скале Пьяный меч. И здесь под прилавочком самое главное, чтобы нас никто не заметил. Забрали и убежали. Дом Карелия, друзья. Здесь также есть маленький-маленький сейф. Класс. Родовая гробница при храме. Вы сможете сюда попасть, только взяв квест по очищению данной локации. Здесь, между прочим, будут открыты. Дом Гловера Мэлори, друзья. Здесь также, есть наш заветный сейф. Господи, бриллианты. Поместье Морвейна, личные покои. Только смотрите, чтобы вас не застукали. Он, кстати, открыт. Дом Аллара, друзья. Также находится в Вороньей скале. Что-то я поворовал. Ну-ка. Есть. Бастион в Вороньей скале. Самое главное, чтобы тот охранник нас не увидел. Зашли сюда, присели и взламываем. Есть. Следующая локация — дом Хродульфа. Недалеко от Вороньей скалы. И здесь вот, в тумбочке. Приветик. Интересно, кто-то меня заметил, а? Я же, по идее, со всеми расправился. Ну ладно. Место крушения порыва ветра. Кстати, помните? Помните мой выпуск про меч порыва ветра? Как они между собой связаны, а? Друзья, если кто-то что-то знает, напишите в комментарии. Потому что это реально что-то взаимосвязанное. Ладненько, давайте вам покажу здесь, в корабле. Выше. Изи! Легендарный форт Морозного Мотылька, друзья. Имперская броня, и вот он. Есть. Старый торговый пост. Господи, как долго я тут искал вот эту записка, друзья, помните эту серию? Здесь вот наш сейф. Ого, как я быстро экспертов взламываю. Роща Бродир. Кстати, помните, какое тут уникальное оружие? Напишите в комментариях, ребят. Сейф тут на видном, месте. О да. Шахта Сломанный Клык. И здесь также очень много риклингов и наш любимый сейф Восточной Перской компании.
Немного выше пепельной крепости, друзья, вы увидите ручеек и вот такие вот ворота. Но прыгайте, потому что по-другому вы сюда не попадете. Здесь также есть убитый органианин. Какая-то странная записка. Кто не был тут, зайдите. Данный сейф. Также в пепельной крепости, друзья, вас ожидает данный сейф. Почему я постоянно пригинаюсь? Еще недалеко от пепельной крепости, вот смотрите, есть небольшой лагерь. Там пару бандитов будут и... с нашими драгоценностями. Недалеко от локации утес Морозной Луны. Вот мы немножечко выше. Также тут святилище Зенитара. Внизу ждет нас маленький, наш маленький сейф. Иди к папочке. Возле камня воды, вот смотрите, есть вот такие вот бочки. Только будьте осторожны, тут будут вас ждать риклинги, и их тут достаточно много, чтобы навешать вам. Так что придите сюда подготовленными. Совсем рядышком возле кургана Хротмунда, вот смотрите, есть тоже небольшой лагерь. Вот такой вот. И здесь один из этих сейфов наш. Вот он, спрятанный. Забираем. Возле прохода Маэстринг. Кстати, возле Двимерского корабля еще с Морки, помните? Тот самый, что у меня был выпуск. Также, друзья, также есть сейф. По-моему, здесь еще есть вилка, которую можно взять. На заднем фоне мой сынок Ванюша. Она где-то здесь была. Да, вот она. Остров Хоркеров, друзья. Здесь, между прочим, есть уникальное оружие. Кто знает, напишите в комментариях. Так, ну что, раздеваемся, так как нам нужно поплавать. И водичка-то холодная. И вот наш сейф. Давай. Есть. Отмель Хакнира. Здесь, вместе с бандитами, прячется маленький сейф Восточной Перской компании. В локации Фроссель, друзья, вам нужно будет поискать его. Я вам покажу на карте, вот он где находится. Маленький-маленький сейф. И, по-моему, кто-то там на меня еще напал. Наверное, риклины, да? Да, ну ладно, сейчас я с ним разберусь. Также недалеко от Фросселя, друзья, вот на этом островке есть вот такая вот вышка риклинга и наш сейф. Сколько я уже их набрала? И на следующем, самом верхнем острове с огромными Нирна, здесь в лодке, также есть наш сейф. Забираем. Пристанище Буйольд и пепельная крепость, вот смотрите, где-то между ними. Есть вот такая вот локация, ловушка, так что, как только сюда попадете, будьте осторожны. Тут очень-очень много риклингов, и тут реально ловушка. И в палатке... Господи, как же легко я их взламываю. Сейф с клоном. Ледяная пещера. Сразу возле входа наш заветный сундучок. Северная пристань. Здесь, кстати, есть краб соленый. Представляете? Здесь вот это вот хижинки на второй полочке. Открывайся. Пещера Щетина Спин. Кстати, вот на карте, где находится наш сундук. Обратите внимание. И взламываем. О да! И последний кулон в локации Бенкангерик. Вот, кстати, в большом зале. Сейчас вам покажу.
Нам нужно вот сюда. Так, где-то здесь. Ага, вот он. Ребят, если вы знаете еще какие-то места, где находятся данные сундуки, данные сейфы, то напишите, пожалуйста, в комментарии. 33, друзья, 33 клона восточно-имперской компании мы нашли. О да, теперь возвращаемся в Воронью скалу и подходим к Фетис Аллару. Итак, я бы с удовольствием еще купил. Угу. Я могу тебе продать, отдать клона восточно-имперской компании. Так, так. Вот бы все чужестранцы были такие молодцы. Держи свои деньги. Если принесешь мне еще, я тебе и за них заплачу. 16500, друзья! 16500 мы заработали на восточно-имперских медальонах. Обалдеть! Неплохой такой бонус, да? Нифига себе какой! По 500 за каждый кулон, друзья! Так что пользуйтесь. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте, ребят.